Хорошая, я уже привела себя в порядок. Слушайте, накрасилась палеткой Faberlic. Мне понравился безумно хайлайтер, сияние, которое видно прямо из космоса. Остальные 4, получается, продукта мне так себе. А вот хайлайтер вот такой, девочки. Не знаю, если он есть отдельно, то я бы с удовольствием просто себе заказала. Взяла по скидке хорошей и меня приятно удивил. Вот бронзер и скульптор, ну, такие. Так себе. А вот хайлайтер бомба. Супер. Так, девчонки, сегодня такое настроение, что совершенно не хочется готовить. И у меня появилась отличная идея заказать готовую еду в доставке Перекресток. Тем более, что в прошлый раз я у них заказывала на пробу сэндвич с тунцом и морс. Морс теперь это вообще мой фаворит. Я всегда его заказываю, либо если прохожу мимо Перекрестка, я обязательно его покупаю. Настолько вкусные, девочки, всем рекомендую. Так что предлагаю сегодня посмотреть, что у них новенького, вкусненького есть, и заказать доставку. Сделаем такой небольшой мукбанг. Вообще, конечно, девчонки, очень удобное приложение, огромный широкий ассортимент, и я заметила, что блюда постоянно пополняются, то есть каждый день можно заказывать что-то новенькое. А акции и скидки точно такие же, как в офлайн-магазине. Это супер. Я, кстати, без вас уже закинула цветы. Посмотрите, какие выгодные цены. Например, букет тюльпанов из 5 штук 300 рублей, а из 25 1300 рублей. Я заказала из 25. Представляете, такая красивая хапка. Супер. Это у меня уже в корзине. К масленице, смотрите, они тоже сделали прям отдельно. Это очень удобно. К примеру, на Новый год у них было все для оливье. Точно ничего не забудешь, как обычно. А, горошек забыла. А тут они все очень удобно делают. Ну и категории я вам рассказывала. Все очень удобненько. Можно заказать все, что только вам необходимо. И в течение 60 минут курьер это вам привозит домой. Но нас сегодня интересует готовая еда. Смотрите, комбо со скидкой мы закажем там. Там действительно очень выгодно. Но для начала мы посмотрим основное меню. Потому что, смотрите, например, мы с вами откроем омлет с ветчиной и сыром. Да? Написано цена, сколько грамм. А вот предлагают нам заказать вместе с вишневым морсом и заплатить всего лишь 199 рублей 99 копеек вместо 279,98. Отзывы есть. Вот. И есть описание плюс колораж. Это тоже здорово. Ну и состав. Мне кажется, прям максимально удобно они это сделали. Омлет я не хочу. Салаты. Можно еще сделать, смотрите, по скидкам. Заходим сюда, только скидки, посмотреть два товара. Также все остальные, я вам рассказывала. Жареный рис с белоногими креветками. Что-то вкусненькое. И еще соус медово-горчичный, шеф-перекресток. Ладно, отлично. Давайте сразу зайдем в комбо. Не будем тратить время. У меня уже слюнки текут, все так аппетитно выглядит. Смотрите, есть перекус плюс напиток, но нас интересует салат, второе блюдо плюс напиток. Итак, что есть? Салат с крабовыми, цезарь с курицей, столичный, оливье, селедка под шубой, крабовый салат с мясной, с ветчиной, с индейкой барбекю, Алекс, салат фаворит и мимоза. Я хочу мимозу. Я обожаю мимозу. И давно смотрю на бестроганов из курицы с пюре. И добавим, давайте, облепиховый морс. Мне обойдется обед всего лишь, округлю, в 350 рублей. Закидываем. Но надо же попробовать что-то еще. Давайте выберем еще какое-нибудь блюдо. Так, салат свекла с сыром, конечно, полезно. Может быть, его и взять, да?
Сейчас посмотрим. Я, в принципе, все видела. Давайте возьму все-таки полезное. Салат из свеклы с сыром. И на второе блюдо есть котлета куриная с пюре. Пене с курицей и беконом. Чахабили из курицы с пюре. Паста с курицей и шампиньонами. Котлета куриная, кебаб, котлета с сыром. Курица гриль с брокколи. Ленивый голубец. Соба с куриным филе и Ой, я хочу оладьи печёночные. Все. Супер. Так что мы это тоже... еще надо выбрать напиток. Прошлый мы выбрали с вами морс облепиховый. Давайте в этот раз... Смотрите, есть еще лимонады. Давайте попробуем лимонад. Например, малиновый с мятой. Все, закинули. И видите, как получается выгодно. Но здесь не все блюда. Вот что я заметила, если хотите что-то дополнительное, потому что у них есть еще роллы, у них есть выпечка. Вот если зайти, да, в основное меню, смотрите, салаты, супы, основное блюдо, суши-роллы, сэндвичи почти готово, закуски. Сэндвич с тунцом, девочки, шикарен. Просто шикарен. Мне безумно понравился. Но сегодня я хочу попробовать вот это. Итак, у меня тут в корзине лежал фруктовый лед Бон Пари, но я болею, мы его убираем. Букет цветов, мимоза, бифстроганов, морсик, салат из свеклы, оладьи печеночные и лимонад малиновый. Супер, все мне обойдется в 2001 рубль, но я обязательно применяю промокод и вам всегда советую. Все, девчонки, оформляю заказ, ждем курьера и устраиваем мукбанг. Глория, нам привезли цветы. Глория обожает цветы. Желтые тюльпаны. Только они немножечко согнуты, но ничего. Постоят в воде и поднимут свои головы. А тут еда, девочки. Я уже настолько голодная. Посмотрите, как аккуратненько, красиво все упаковано. Значит, салат мимоза. Свекольный салат с сыром. Супер! Оладьи. Какие они пушистые. Так. Вот это я очень хочу попробовать. Бифстроганов с пюре. И напитки. Морсик облепиховый. Очень его люблю. Плюс еще лимонад. А лимонадик вот такой вот небольшой. Сейчас все будем пробовать, но вначале поставим цветы в воду. Девчоночки, я все разогрела. Кажется, мукбанки снимаю так. Салатики я не стала перекладывать, но все выглядит максимально вкусно. Я вот очень люблю салат мимозу. Сейчас попробую. Вкусно. Каждый ингредиент чувствуется. Нет такого, что переборщили майонезом. Вот посмотрите. Эти тюльпаны-то какие шикарные. Салат вкусный. Свеколка. Полезный. Вкусно. Кстати, по сроку годности... Прям свеженький. Вкусненький. Пробуем пюре. Да что ж такое? Все вкусно. Чахабили из курочки. С грибочками. Мне нравится то, что они не пересолили, не переперчили. Прям отлично. Вкусно. Действительно, можно у них смело заказывать. Курочка не сухая. Попробуем оладушек. Я уже не буду вам сильно чавкать. Так, сейчас все с вами попробуем. Нос зачесался. Тоже вкусно. Вот сейчас я вам покажу. Смотрите. Прилипло. Тут и морковочка видна. Видите?
Морковка, все как надо. Слушайте, это вкусно. А это реально вкусно. Вот оладьи прям бомба. Этот салат балдежный. Перекресток. Да вкусно готовите. Морсик я пробовала. Вот этот реально вкусный, а вот компот нет. Лимонад. Сейчас попробуем. Чувствуется и малина, и мята. Все, девчонки, очень вкусно оказалось. Теперь, видимо, я буду покупать не только продукты в доставке Перекресток, но и готовую еду. А вы, если будете впервые оформлять заказ, то не забывайте пользоваться моим промокодом Beauty20. Он даст вам скидку 20% на ваш первый заказ. Я обязательно оставлю ссылочку в описании. Либо переходите по QR-коду, который вы видите сейчас на своем экране. Ну а мне приятного аппетита. Еще какие шикарные тюльпаны. Слушайте, вот оладушки просто пушка. Вот идеально. Идеально. Приятного аппетита, девчонки. Ну какой кошмар, девочки. Какой кошмар. Вот тут сейчас надо как-то пройти. Идем с вами в Валберес. Мерить эти... Бюздики. Наконец-таки они пришли. Сейчас померю, посмотрю. Вам покажу примерку. Потому что просили. Я заказала две модели. Поверну на себя. Заказала две модели в двух цветах. В двух размерах. Сейчас посмотрим, что лучше подойдет. Потому что без косточек я... Нет, неправильно говорю. С косточкой я носить уже не могу. У меня упирается в шрам послеоперационный. И мне больно, он ныл тогда всю ночь. Вот. А мягкий, который я сейчас ношу, ну, слишком слабенький. Ноль поддержки. Поэтому сейчас пойдем померим. Погода хорошая. Мне нравится. Что-то, девчонки, знаете, лифчики так неудобно сели, поэтому я не стала ни один брать. Ну вот чувствую некомфортно, зачем они мне нужны. Вот, сейчас хочу косметоз посмотреть. Заказала себе немножечко, еще положили подарок, мат-тату, тон номер 120. Сейчас все покажу и застегну куртку. Что купила, девчонки, пудру Скульптор от Люкс Визаж. Face Shadow. Я взяла теплый оттенок 10, был еще холодный. Посмотрим, здесь 5 грамм, не так уж много. Так, взяла еще себе вот такой блеск. Давно хотела бежевый. Icon Lips. Сейчас нанесу на губы. Это тон номер 507. Видите, блеск для губ с эффектом объема. И в подарок дали вот такой тестер малышку. Очень приятно. Вот, буду пробовать. Оттенок тоже красивый. Немножечко мимозы даже есть, посмотрите. Небо такое красивое. Супер. Ну и вот блеск нанесла на губы. 507, как раз хотела такой бежевый. А блеск, знаете, и на солнышке. Такой вот. Я, наверное, лохматушка, да, после примерки. Короче, по ощущениям, блеск такой немножечко тягучий, но он абсолютно не липкий, он густой. Видите? Очень комфортный. И пахнет приятно фруктиками. Ну, супер. Вот мат-тату, да, по-моему, помада у меня была. Но она сушила губы и очень быстро съедалась внутри. Я купила такие красивые оттенки. Пойдемте здесь. Очень красивые оттенки покупала. Но вот из-за того, что быстренько съедалась внутри, это мне не нравилось. Так, брат почти выздоровел. Ну, мы все немножечко так. Вы же знаете, да, мы с вами обсуждали вирус такой дурацкий. Когда у тебя долго не проходит насморк, но живешь с этим, в общем. И он говорит, мне уже лучше. Приехал с другом, делают они там ремонт. Поэтому пойдемте с вами на море, что ли, сходим, покайфуем. Сегодня погодка хорошая. Вот, вот такое красивое растение, сейчас вам покажу. Смотрите, видите?
Очень красивый, да, цветок? Ой, не знаю, правда, как называется. Я посмотрю в Яндексе, там можно поиск по фото. И напишу вам. Очень красивое растение, прям вот таким вот кустом у них. Вообще в этом дворе всегда очень красиво. Летом у них гортензии такие пышные, красивые, разные. Люблю тут гулять. Ну, идем на пляж. Ну что, мои хорошие, мы на море. Ветерочек, конечно. Но все равно очень хорошо. Сейчас погреюсь. Ну как погреюсь, ветер-то холодный, но все равно хорошо. А то дожди тоже в Сочи периодически. Видите, сколько рыбаков? Сейчас мы к ним ведра заглянем, что они поймали без нас. Слушайте, ветер обалдеть. Я тут стою, болтаю с вами. Потом думаю, дай-ка посмотрю, что я там наговорила. Слышно ли меня вообще? Нет, девочки, из-за ветра не слышно, уже капюшон надела. Прям как будто голову продувает, поэтому тут долго, конечно, тоже не постоять. Но, как я говорю, здесь я отметилась, там я отметилась, все отлично. Блеск суперкомфортный, девчонки. Так, сейчас я пойду отмечусь еще там. Вот. Да, лучше не сниму. Ого, как тут высоко. Ну, сейчас как раз поднимемся на Амуну, получается. Видите? Это что, был такой шторм или для чего-то это раскопали? Вот видите, какая гора вниз, это я. Медвежонок в теплой куртке. И вот спокойно можно пройти на Амуну. Вот. А раньше сюда просто так не поднимешься. Мы сейчас вон туда идем. Ну вы поняли, да? Я вам раз 10 об этом уже сказала. Идем туда. Песик. Вот, гуляет. Ой, не хочет идти, ой, не хочет. В этот раз я решила подняться на дальнюю. Здесь мы с вами много раз были, а тут впервые. Никого уже нет. Стояли только бабулечки, балдели. Сделали бы нам набережную по длине, было бы вообще шикарно. Так, закрываю микрофон, чтобы вам сильно не задувало. Красота. Я уже дома. Хотела вас спросить, у вас тоже вот так всегда рвутся пакеты из Фикспрайс? Это уже бесит. Новый пакет и сразу же порвался. Причем всегда в этом месте. Я взяла вот такую зубную пасту, смотрела отзывы, девчонки что-то ее хвалят. Надеюсь, у меня не будет на нее реакции. И ее хорошо разбирают. Также я взяла свои любимые салфетки мицеллярные. Ну, я ими макияж не снимаю, вы знаете, да, для чего они мне. И боржоми. Что-то я подсела на боржоми, очень нравится, пью с удовольствием. Но этот пакет уже на выброс. Косметику давайте покажу поближе. В общем, вот такой вот блеск красивый. Смотрите, сколько, о, блесток. Сейчас нанесем эту помаду, попробуем. Ну, оттенок красивый, а скульптор уже в следующем влоге попробуем. Кажется, что темный. Сделала новый маникюрчик вот таким лаком. Красивый тоже с поталью. Номер 106. Так, сейчас я вас поставлю на штатив и поболтаем.
Ну все, Русика проводили, я освободилась. Слушайте, как красиво смотрится эта комбо на губах, девчонки. Я просто в восторге. Продавец такой умничка подобрал именно те оттенки, которые будут между собой красиво смотреться. Вначале нанесла этот 120-й, влюбилась в него. Реально очень красивый оттенок, который, мне кажется, подойдет практически всем. Единственное, здесь жесткий спонж. Может быть, это именно в тестере проблема. Я потому что не помню, что у тех оттенков был жесткий спонж. Я помню то, что они быстро съедались внутри. Прям вот моментально поболтал, и уже там дырень. Я их выкинула, поэтому, возможно, этот тон так себя вести не будет. Но в компании с блеском точно все будет хорошо. Блеск тоже такой красивый, 507. Он практически полупрозрачный. Мне прям хотелось такой вот нюдик бежевый. Супер, очень довольна этой покупкой. Еще и бюджетная такая, отлично. Еще хочу, девчонки, купить Clarins блеск, который, ну вот их классику. Ну что-то вот прям оттенок, который мне нужен, его нет в наличии. Надо будет заказать. Попробуем в следующем влоге. Я сегодня немножечко странно выгляжу, да, не стала красить ресницы, потому что я знала, что мы пойдем на пляж, а там будет ветер, и слезки потекут, тушь размажется. Так я в очках, и этого не видно. Газики выходят от боржоми. Вкусненько, привыкла. И мне кажется, что действительно он как-то более полезный для организма. В общем, я сегодня покупками довольна. Недовольна только тем, что мне не подошел бюстик. Но ничего, в магазине их огромное множество на Wildberries. Надо просто разные модели заказать и забрать то, что подходит. Еще у нас на Wildberries такая вредная девушка. Там они сменяются. У нас здесь получается очень много пунктов. И вот в этом черно-белом доме самый-самый ближайший. И периодически там такая армяночка. Ну такая вредная. Ты к ней заходишь и прям вот знаешь, чувствуешь всю ненависть ее на себе. Причем я думала, ну может я ей не нравлюсь, да? Ну мало ли что. Но нет, она ко всем так. Прям вот как ты к ней подходишь, вот этот телефон протягиваешь и думаешь, лишь бы тебе не врезала. Вот, ну ничего, поэтому я больше в тот, наверное, ходить не буду. Буду ходить в старые эти гаражи. Там очень приветно. Ну, все-таки, знаете, как ни крути, все равно окружающие тебя люди отпечаточек да, оставляют, правильно? Ты заходишь к такой вредной, злой, и тоже как-то такая думаешь, нехорошо. А там приветливые, замечательные девушки. Но здесь тоже сменяются и бывают тоже очень хорошие. Знаете что? Хотела поговорить с вами о комментариях, девочки. Некоторые опять отбились от рук. Что будем с ними делать? Рассказывайте. Будем их ругать. Ставить в угол, чехвостить, отчитывать, выговор выписывать, что будем с ними делать. На самом деле я шучу, никто, пожалуйста, не обижайтесь на меня. Вы знаете, я за любые комментарии, потому что это активность под видео, это помогает продвижению видео, поэтому пишите, 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 еще раз пишите. Можете прям несколько комментариев писать, я буду только рада. Стараюсь всем отвечать, и иногда... Меня уже спрашивают, Лиля, как ты это терпишь? Другие бы блогеры послали на три буквы и заблокировали. Ну, просто некоторые действительно, ну, то ли это от невоспитанности, то ли от вседозволенности, что в интернете можно писать все, что хочешь, а ничего тебе не будет, да, за это в комментариях. Вот, но иногда, знаете, просто, Лиля, я давно тебя не видела, ты так поправилась. Лиля, у тебя отдышка. Лиля, у тебя там глаз косит. Ну, я уже... Ну, вот про одышку и про то, что поправилась, да. Ну, девочки, я вам говорю. Во-первых, да, у меня лишний вес. Во-вторых, я болею даже сейчас. У меня нос немного заложен. Конечно же, у меня будет одышка. Ну, как ни крути. Плюс еще динамик в телефоне. Он прям записывает каждый малейший звук. Не знаю, в чем фишка. Я уже отключила это стерео. Там, не знаю, кто-то вдалеке пукнет, вы это услышите на видео. Серьезно. Какой-то вот прям мощный микрофон.
У меня это уже иногда тоже, знаете, достает. Лиля, у тебя одышка, Лиля, у тебя лишний вес. Я прекрасно знаю, прекрасно. У меня есть видео, господи, у меня есть зеркало, у меня есть весы. Я все это вижу. Лишний раз мне об этом напоминать, ну, не знаю. Вы думаете, мне от этого лучше или от того, что вы мне напишете? У меня не работает это как стимул, то, что идти быстренько худеть. Нет. Для меня стимул — это я, это мое желание. Вот не знаю, у меня прям наоборот может включиться такое, что типа, а что они мне так пишут, я не буду. Наоборот, какой-то протест внутренний. Поэтому если вдруг вы мне писали из благих побуждений, чтобы я вот взялась за себя, то это, девочки, так не работает. Вот, я хочу похудеть, да, я вам об этом говорила. Я уже начинала, но из-за операции я перестала заниматься и начала, конечно, типа, знаете, мне так себя жалко. Мне вот тут вот сделали разрез, швы наложили. Съем-ка я что-нибудь вкусненькое. Мне себя так жалко, я такая бедненькая. Ну и все, и понеслось. Но сейчас уже, да, все, я восстановилась. И единственное, что вот просто, наверное, нельзя носить бюстгальтер с косточками, чтобы вот, ну, лишний раз не драконить. Мне уже написали в комментах, Лей, потерпи полгода, это место станет менее чувствительным, будешь носить то, что хочешь. Вот сейчас в поисках бюстгальтера без косточек, чтобы мне было комфортно. Вот, буду стараться, девочки, буду. Буду подключать тренировки FitStars вам показывать обязательно. Ну, раз у меня есть безлимитный этот, то, конечно же, буду. Мне сейчас напишут, Лиля, иди в спортзал, это тебя будет мотивировать. Нифига это не будет меня мотивировать. Я, может быть, похожу какое-то время, потом мне станет лень. А так, может быть... Может быть. Я благодаря тому, что это буду снимать и как бы чувствовать ответственность перед вами, то, что, может быть, кто-то, смотря на меня, скажет, о, вот эта вот пухляшка там занимается, а я чем хуже. Поэтому мне хочется, действительно. Потом еще комментарий очень интересный, то, что, вот знаете, там такой прям список кто-то мне составил, не ходи туда. Ходи сюда, не ходи с родителями, катай коляску, живи отдельно. И там, короче, вот прям список, там это не ешь, туда не смотри и так далее. Ну вы серьезно, я уже взрослый человек, сформированный человек, мне 35 лет. От того, что вы мне напишете такой комментарий, я не изменю свою жизнь ни в коем разе. Но нет, ну мне это просто не нужно. У меня уже сформированная жизнь, которая мне полностью нравится. По поводу того, что Лиля живет отдельно, девочки, у меня нет денег, чтобы купить отдельную квартиру. И в принципе нас устраивает то, что мы живем вместе. Если бы у меня была возможность финансовая купить отдельную квартиру, я бы обязательно это сделала. Возможно, мы бы ее даже сдавали, потому что лишние деньги никогда не бывают. Согласитесь? И мне очень понравился комментарий одной из вас, она написала, девочки, если вы очень хотите, чтобы у Лили была лишняя квартира, скиньтесь и подарите ей ее. Мне очень понравился этот комментарий. Так что, девочки, если вы очень хотите, чтобы я жила одна, с удовольствием подарите мне квартиру. Вот, так что иногда бывают, да, действительно такие комментарии, тем более, это знаете, я как бы спокойно к этому отношусь, но иногда бывает такое состояние, вот я вам на днях говорила, то, что, девочки, что-то мне так грустно, не хочется ни с кем разговаривать, такая хандра весенняя, и когда ты в таком состоянии еще читаешь комментарии, типа, ой, Лиля, одышка, там, не знаю, ты так плохо выглядишь. Я уверена, сейчас мне тоже кто-нибудь напишет то, что, ой, Лиля, у тебя такие глаза грустные. А это потому, что тушью человек не накрасился, чтобы не потекло все. Поэтому все зависит от состояния души. И вообще, девчонки, будьте добрее. Нафига вам вот это вот кому-то писать, что он плохо выглядит, какой-то не такой... Ой, лучше займитесь собой, честное слово. Вот у меня, я иногда тоже смотрю девчонок других, и мысли даже нет написать им то, что там, ой, ты поправилась, ты похудела, ты там еще какая-то там, ой, у тебя седой волос появился. Поэтому нафиг это надо, девчонки. Лучше пусть у вас будет внутри все хорошо, я так считаю. Ой, сейчас обопьюсь воды, и мне будет хорошо. Поскорей бы уже выздороветь, ей-богу. Так, что у меня из новенького? А, я же купила телефон, и мне должны вот-вот прийти бонусы. Там около 40 тысяч.
И в моей голове поселилась интересная мысль, не купить ли квартиру на них. К сожалению, не хватило. Короче, что-то я вот думаю, может быть, купить этот Dyson? Как вы считаете? Там, получается, можно найти промокод, а можно добавить какую-то сумму, да, то есть, грубо говоря, допустим, у меня есть 40 тысяч, вот эти бонусы, которые вернутся, вот, они же один бонус равен рублю, а потом, значит, применить какой-нибудь промокод к этой сумме и сделать доплату, то есть, ну, грубо говоря, там не может быть, обойдется это Dyson, ну, в 20 тысяч, грубо говоря, а так он стоит 70. Не знаю, вот нужен он мне, не нужен, но я уже давно, как только он появился, как только девчонки начали на него крутиться, тоже, я тоже хочу. И вы знаете, может быть, нужно это уже галочку поставить, то, что он у меня есть, и успокоиться. Брата, жена его тоже очень хочет. Если он вдруг мне, ну, вот будет без дела лежать, я могу ей его правильно отдать. Короче, не знаю. Нам, в принципе, простите, нам, в принципе, нужен унитаз. Да, потому что мы, ну, делаем, вы знаете, ремонт в ванной, в туалете, и у нас уже все куплено, все есть, там и зеркало, и вот эта вот лейка, и плитка, короче, и двери привезли, все есть. Единственное, вот появилась такая мысль, может быть, заменить сам унитаз. Но я на маркет, мегамаркет посмотрела, нет таких симпатичных, как на Озон или на Валберес, а эти баллы можно потратить только на мегамаркет, либо там съесть их Бургер Кинг, либо там в Каре потратить. Ну зачем, да? Лучше купить какую-то стоящую вещь. Поэтому думаю, девочки, у кого этот фен, вот этот стайлер, да, там с крутилками совсем, напишите, классная вещь или нет. Мне, в принципе, вот это очень нравится. Прям реально очень нравится. У меня рука тянется только теперь к этому стайлеру. Я и прекрасно челку вытягиваю. Но я хочу сейчас немножечко отпустить длину и потом вот делать вот эти вот локоны. Стоит ли оно того? Не стоит. Короче, я не знаю. Обзор на данную фен-щетку обязательно будет попозже. Обязательно, девчоночки. Я уже, в принципе, мнение сформировала. Могу сказать, что мне действительно нравится. Вот сегодня я на эту фен-щетку укладывала волосы. Они получаются гладкие и сразу прямые. На фен-щетку они... вот у нас влажный климат, да, в Сочи. И получается, фен-щеткой ты посушил, вышел к морю, и если тем более дождливая погода, то все, ты пушок, и у тебя волосы быстрее завиваются. Здесь, наоборот, как бы дольше сохраняется укладка. Вот видите, даже вот челка, она сохранила, в принципе, свою форму, никаким образом не завилась. Это мне очень нравится. Ладно, девочки, я, наверное, очень много наболтала. Я вас очень люблю, не обижайтесь, если вдруг вы писали такой комментарий из благих побуждений, а я тут вот так вот ответила. Никого не хочу обидеть, я вас, наоборот, очень люблю, ценю и вообще очень-очень рада, что я когда-то решила начать снимать, и у меня такая замечательная аудитория собралась. Действительно, дело, которое я очень люблю и которое мне приносит доход. Про рекламу тоже, девочки, я коплю на квартиру. Давайте так. В общем, люблю, целую, не болейте, пусть все у вас будет хорошо. Увидимся в следующем влоге. Пока!